В начале 2021 года ВВС России получили три военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А. Летно-технические характеристики Ил-76МД-90А. Экипаж 6 человек. Самолет может взять на борт 225 солдат или 126 десантников или 114 раненых. Может перевозить военную технику, например, 3 БМД или 2 БМП-3 или 1 танк. На самолете установлены 4 двигателя PS-90A-76. Длина грузовой кабины 24,5 метра, включая 4,5 метра рампы. Максимальная полезная нагрузка транспортника составляет 60 тонн. Появление Ил-76МД-90А связано с переносом производства из Ташкента в Ульяновск. Ил-76МД-90А создан на базе серийного Ил-76МД. Он получил стеклянную кабину. Стрелочные приборы были заменены на многофункциональные ЖК-экраны, каждый из которых заменяет не менее десятка аналоговых приборов, что позволяет осуществлять лучший ситуационный контроль в полете. Панели крыла МД-90А изготавливаются цельными. На МД они были из двух частей. За счет этого снизился вес и повысилась прочность крыла. На самолете усилены стойки шасси, что вместе с усиленным крылом позволило увеличить массу полезной нагрузки с 48 до 60 тонн. Двигатели D30KP2 с тягой 12 тонн были заменены на более мощные PS-90A-76 с тягой 16 тонн, что позволило увеличить крейсерскую скорость с 780 до 800 км. В результате проведенной модернизации увеличилась и дальность полета на 18%. С Министерством обороны на поставку Ил-76МД-90А было заключено 3 контракта. Первый на установочную партию был выполнен в 2015 году. Второй на 39 самолетов в 2020 был перезаключен на 13. И третий контракт на 14 транспортников. Поставки по нему еще не начинались. С 2015 года ВВС получили 8 самолетов Ил-76МД-90А, из них один установочной партии. И еще 2 самолета были построены, но переданы в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. На их базе будет создан в том числе самолет ДРЛО. Два первых Ил-76МД-90А были переданы в 610-й Центр боевого применения и переучивания летного состава. Остальные вошли в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка. Всего в составе ВВС числится 8 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь. Этот ролик сделан по просьбе моего подписчика Павла Шишкина. Вы тоже можете оставить в комментариях свои пожелания по теме будущих роликов. Пожелания будут приниматься только от подписчиков.